сухие дрожжи. Не так давно они появились, ну как, может, лет 30 назад, и я считаю, это целое преступление промышленности против человечества. Они выдерживают температуру плюс 180 градусов. Мы никогда при такой температуре ничего не печем. И вот эти наши бабушкины дрожжи сырые, которые в магазинах продаются в холодильниках, они засыпают при температуре плюс 60. Функция дрожжей в чем? В том, что разрыхлили тесто, да, плюс обогатили витаминами группы В. Начали выпекать, они свою деятельность закончили, и все, они заснули, мы их и не заметили. Это было так в наше детство, в наше советское детство, но то, что происходит сейчас в промышленности, многие тоже говорят, а мы не едим эти дрожжи, мы их не покупаем, но люди покупают хлеб. Люди покупают изделия из хлеба.